Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году в России заметно увеличился спрос на электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие современные средства передвижения. Рост в среднем составил 2 с лишним раза, подсчитали специалисты сервиса «Авито». Почти 5 раз показатель Красноярска, 4 раза Тюмени. Наибольшей популярностью пользуются электросамокаты. Напомню, что все эти приспособления хотят включить в правила дорожного движения под названием «средства индивидуальной мобильности». На их обладателей будет распространяться ряд ограничений. Трасса 101. Примерно через месяц «АвтоВАЗ» начнет выпускать модернизированные универсалы и фургоны «Лада Ларгус». У автомобиля изменится передняя часть. Она будет сделана в фирменном X-стиле, фары и капот. Внутри, в частности, появится панель от Renault Duster, другое рулевое колесо и подлокотники. Моторы останутся прежними, бензиновыми на 87 либо 106 лошадиных сил. Цены на Largus, добавлю, сейчас начинаются от 636 тысяч рублей без учета скидок. Трасса 101. В России существенно вырос спрос на подержанные легковушки, выпущенные не более 5 лет назад. В список наиболее востребованных моделей попали Lada Granta, Toyota Camry, Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Priora. Соответственно, цены на них выросли. Больше всего подорожали машины возрастом до 1 года, в среднем почти на 15%. Трасса 101. Продажи обновленного Kia Rio начнутся 1 октября. Седан будет стоить минимум 815 тысяч рублей. Что изменилось в машине? Немного. Бамперы, решетка радиатора, передняя оптика. Моторы будут те же бензиновые, объемом 1,4 либо 1,6 литра, мощностью 100 либо 123 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия, механика или автомат. Трасса 101. Язык сломаешь, произносить название китайских автомобилей. Jack IEV7S – это электрокар, который теперь доступен для покупки в России за 2 миллиона 300 тысяч рублей. Машина, кстати, довольно похожая на Renault Sandero, способна проехать на одном заряде аккумуляторов почти 300 километров. Двигатель выдает 115 лошадиных сил, разгон до сотни занимает 11 секунд. Зарядить батарейку на 80% можно от обычной розетки за 1 час. Что любопытно, гарантия на электромобиль составляет 8 лет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.